уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саня Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео со строительного объекта. Впервые за долгое время увидел небезопасную стройку. Как вы знаете, в Англии в большинстве случаев всегда все по безопасности, да? То есть максимально все тщательно проверяют, чтобы все было по максимальной безопасности. Но вот впервые попался такой объект, где не очень все хорошо. Давайте на примере увидим, что конкретно происходит. Так, что, ребят, центральный Лондон, да? Вот край здания. Видим, такие вот заборы стоят. Ну и обратим внимание на вот этот вот крайний забор. Видим, здесь он вообще никак ни к чему не держится. Ни снизу, ни сбоку. Видим, ничем не зафиксирован, просто болтается. А вторая часть забора просто проволокой привязана к столбу. А внизу, как вы уже поняли, идет обрыв. Так вот, ребята, центральный Лондон. Всем спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.